Друзья, всем привет, меня зовут Николай. Мы сейчас находимся в студии «Оклейки» на Ташкентской улице. И что мы имеем? Это «Ваяк Дрим», в переводе «Мечта». Мы заклеили его полностью защитной полиуретановой глянцевой пленкой. Машина непростая, машина относится к премиум-сегменту. «Ваяк», в принципе, машина непростая, что «Дрим», что «Фри» в плане разбора. Поэтому здесь были определенные сложности. Сложности в чем? В снятии хромированных элементов, в разборе переднего бампера и еще в некоторых моментах. Например, снятие задних ручек выдвижных дверей, потому что там нужно снимать обшивку вовнутрь, чтобы долезть до разъема. Ошибка снимается с определенными сложностями. Клипсы очень жесткие, поэтому нужно быть предельно максимально аккуратным. По поводу оклейки. Какие здесь возникают сложности и те вещи, на которые мы обращаем внимание. Первое. Большой широкий бампер. Глубокая полка. Полка везде заправлена. Внизу максимально заводим пленку. Вот вы не поверите, но моей руки не хватило сейчас, чтобы дотронуться до края пленки. Потому что некоторые схалтурят, да, можно сказать, туда никто не посмотрит. И просто вот так дотрагиваешься, и здесь край пленки. И в чем это сулит? Вы наехали на небольшой снег, либо замерзший снег в первую очередь, либо небольшой сугробчик или бордюрчик. Соответственно, вы царапаете не пленку, а краску. Зачем вам тогда клеить пленку, если она не выполняет свои функции? Обратите внимание, как мы делаем парктроники. Парктроники очень офигенно, то есть нет какого-то колхозного там пузыри и так далее. На Мерседесах есть сдвоенные парктроники, там есть свои нюансы, но в любом случае даже там вынимается центральная часть и заводится под резиночку пленка. Как заправлено здесь под резиночку пленка? Нигде нет каких-то какашек, мусора и так далее. Зеркала очень сложной формы. Очень сложная крыша с вот этими ребрами, которые мы заклеили прям полностью от начала до конца. С ней пришлось повозиться, помучиться. Все заведено под ручки. Повторюсь, вот эти молдинги, они одноразовые, их лучше не снимать. Их можно снять, потом колхозить, восстанавливать крепление. Какой смысл? Завели прям под хром, сделали очень симпатично. Никто не скажет, что там мы их не снимали. Зато, в любом случае, на все эти моменты мы даем гарантию. Зато целостность крепления превыше всего. Чтобы ничего не скрипело, ничего у вас на скорости там 150 плюс не отвалилось, это намного существеннее. Здесь тоже все заправлено под резинку, здесь под резинку. Лючок заправляем прям под резиночку, которая внутренняя. Очень важный момент. Заправляем пленку как здесь, так и здесь. Обратите внимание, здесь прям пленка заведена вот сюда и потом еще прям вот туда. Почему? Потому что здесь полочка очень небольшая, порядка 2-3 мм. И, соответственно, это чревато тем, что на мойках и при постоянном потоке воды из-под колеса эту полку отпесочит, и потом она просто отвалится. А так, в целом, машина очень крутая. Нам понравилось. Если у вас похожая машина, либо другой автомобиль, опыт большой имеется. С удовольствием выполним работу любой сложности у нас здесь, на Ташкентской улице. Всем спасибо. До свидания.